Приветствую вас на канале Beauty Maker, где вы найдете идеи красивых причесок на каждый день, а также прически ваших любимых персонажей из фильмов, сериалов и даже игр. Сегодня вас ждут три красивые, женственные и романтичные прически. Они отлично подойдут для средних и длинных волос. Прическа номер один. Понадобится ободок. Отделяем по прядке с каждой стороны пробора и заводим их назад. Сзади связываем их прозрачной резинкой и проворачиваем хвостик наверх над резинкой. Далее, чуть ниже, также выделяем по прядке и соединяем их сзади. Связываем резинкой и проворачиваем хвостик над резинкой. Повытягиваем немного объем. Затянем нижний хвостик, чтобы он подвинулся поближе к верхнему. Все волосы перекидываем на одну сторону. Разделяем на две части и плетем косу рыбий хвост. От крайней правой части волос отделяем тонкую прядку и добавляем ее к левой части волос. Теперь от левой части волос отделяем прядку и добавляем к правой части волос. Снова от правой части волос отделяем прядку и добавляем к левой части волос. Затем от левой части волос отделяем прядку и добавляем к правой части волос. Таким образом доплетаем до самого конца. На конце завяжем резинкой. Смотри мой подробный видеоурок о том, как плести косу рыбий хвост. Чтобы сделать косичку объемной, просто потянем за каждый элемент плетения. Вытянем несколько прядок у лица. Прическа готова! Согласитесь, выглядит просто роскошно. Такая коса подойдет как на каждый день, так и для особого случая. Прическа номер два. Прядки у лица оставим. Отделяем по небольшой прядке с каждой стороны и свяжем их вместе силиконовой резинкой. Чуть ниже, справа, отделяем такую же по толщине прядь. Просовываем пальчики под наш хвостик и сверху подхватываем прядку. Протягиваем ее в отверстие между верхней и нижней прядками. С другой стороны проделываем то же самое.
Теперь кончики свяжем вместе силиконовой резинкой. Совсем чуть-чуть вытянем объем. Из оставшихся волос плетем обычную косу из трех прядей. Сделаем ее объемной, растянув в стороны. Вот и готово! Прическа номер 3. Отделяем всю шляпную зону и завяжем сзади хвост. Придерживая за резинку, вытянем объем. Все волосы нужно разделить на три равные части и с каждой завязать хвостик силиконовой резиночкой. Теперь из каждого хвостика плетем обычную косичку. Накидываем правую косичку над центральной и прикалываем невидимками. Затем накидываем левую косичку и тоже прикалываем невидимками. Далее накидываем на них центральную косичку и прикалываем невидимками. Каждый кончик прячем под наше сооружение из кос и тоже прикалываем невидимками. Далее наша задача потянуть за каждый элемент этой замысловатой конструкции, чтобы придать ей структуру локонов, нежели косичек. Обратите внимание, что я тяну как бы не за все звено косички, а лишь захватываю небольшую из него прядку. Последний штрих – украсить прическу заколками. Прическа готова! Спасибо вам большое за просмотр! Буду рада видеть ваши результаты в Инстаграме под хэштегом #BeautyMaker. Ставьте палец вверх, если прически вам понравились. Подписывайтесь на канал BeautyMaker и жмите колокольчик, чтобы не пропустить все новое и интересное. До новых встреч!